Люди отдыхают, машины тоже. Ночью и утром вызовов не поступало. А у нас тем временем есть возможность познакомиться с техникой, которая в эти минуты стоит в гараже пожарного депо. Вот эти пожарно-спасательные автомобили разработаны и изготовлены специально к Олимпийским играм. Они предназначены для тушения пожаров в туннелях. Вот этот автомобиль идет первым. Он оснащен комбинированным пожарным насосом, также камерой, инфракрасной камерой, которая позволяет беспрепятственно передвигаться в задымленном туннеле. Вторым идет вот этот автомобиль. Он предназначен для оказания помощи людям. В нем 20 спасательных масок. Представителям СМИ показывают, как используют маски при спасении людей, пострадавших при пожаре, как кислород поступает в маски. Другие машины работают при тушении пожаров на высоте. Вот это с автолестницей. Причем она достаточно оперативно выдвигается, максимально на 42 метра, и машине не нужно много места, чтобы встать с упорами. На лестницу также может крепиться насос для тушения пожара, и благодаря ей с верхних этажей зданий вытаскивают людей. Причем часто, как рассказывают пожарные, пострадавшие боятся высоты, им сложно сделать первый шаг на площадку лестницы. Сегодня ее смог оценить и наш телеоператор. Примерная высота метров, ну, может быть, 15. Чуть страшновато, но зато вид красивый, открытый на Олимпийский парк. Максимальная высота 42 метра лестницы. Да. В тушении пожаров задействована и специальная мотогруппа. Мотоциклы быстрого реагирования патрулируют самые опасные участки федеральной автодороги. Гордость 19-й пожарной части Олимпийского парка – установка управления воздушными потоками «Буран». Назначение этой установки – снижать концентрацию газопаровоздушной смеси. То есть, если проще сказать, удалять дым из помещения. Помимо того, что с помощью этой установки можно удалять загазованную смесь, с помощью ее можно подавать так называемую тонкораспыленную дисперсную воду. В период проведения Кубка Конфедерации усилена группировка МЧС России дополнительной силой и техникой. Сосредоточена мощнейшая группировка, органы управления и силы переведены в режим повышенной готовности. Развернуты все системы, включая систему антикризисного управления. Пресс-тур по пожарной части еще не был завершен, а пожарные уже спешили на выезд. И это уже не постановочные кадры. Поступил сигнал о пожаре, и машины срочно выезжают по выезду. В это время случился пожар в совхозе России. Горел одноэтажный частный дом. Вся информация стекается оперативному дежурному центру управления в кризисных ситуациях. Здесь и ведется мониторинг оперативной обстановки в городе с использованием современных компьютерных технологий, в том числе данных из космоса. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.